Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки! На прошлой неделе, в четверг, во время прямого эфира, меня спросили, когда же будет новая песня и новый клип. Я сказал, что во вторник или в среду. Но я запамятовал, что во вторник у нас будет рок-поэзия, а в среду у нас будет парад победы. Поэтому уточняю дату. Клип на новую песню группы Волощука СД с очень актуальным названием «Как бы стать поумнее» мы представим вам в пятницу, 26 июня, чтобы и вас, и себя не отвлекать от просмотра парада наших доблестных войск и празднования нашей великой победы. Мне иногда говорят, что песни у меня какие-то поучительные, что в роке надо петь про другое, что мои наставления никому не нужны. На что я хочу ответить следующее. Первое. Я никого, никогда и ничему не поучаю, даже собственных детей. Я только задаю вопросы, в том числе и себе. А ответы каждый должен найти сам, если захочет развиваться, конечно. И второе. В роке можно петь о чем угодно, а не только о том, как ты от мамы ушел, потому что ты такой безбашенный и уже умеешь пить и курить. И потому назло маме будешь играть панк-рок и материться. Я знаю, что это главная тема у многих малолетних хэви-метал-попса-шансонщиков и даже их старших собратьев. Но я без чего-либо позволения буду петь о том, о чем захочу. И главное, я буду задавать вопросы в каждой песне. Вот и в этой песне я буду задавать вопрос, как стать поумнее, как стать посмелее, как смирить свою гордыню, где черпать вдохновение, с кем общаться, кого любить и самое главное, что в своей жизни сделать такого, чтобы о тебе люди отзывались с благодарностью. А помогать мне задавать вам эти вопросы будет вот эта прекрасная гитара из моей коллекции морских и речных жителей. Называется она «Медуза» и изготовлена подразделением Custom Shop фирмы ESP по моему эскизу и в заданной комплектации. Великолепный получился инструмент. Без всяких педалей звучит потрясающе. Перегруз бешеный. И это при том, что тут только один регулятор. Гитара полностью отстроена под мои пожелания, поэтому частоты подкручивать не надо. Делаешь только громче или тише. Вот такое вот получилось чудо. Надеюсь, вам понравится, как она звучит. Поэтому не пропустите. Пятница, 26 июня в 19:00. До встречи, друзья!